В Мариуполе стартовал четвертый этап велотура «Мир без сирот», в котором принимают участие воспитанники Центра детской реабилитации «Республика Перегрим». На этот раз они отправляются на озеро Байкал, откуда продолжат путь к своей мечте – обогнуть земной шар. Главный посыл кругосветного велопутешествия пилигримовцев, чтобы в мире не было сирот и все дети жили в семьях. Счастливого пути им желала наш корреспондент Надежда Сухорукова. Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Владивосток. В этих городах побывают участники велопутешествия. Им предстоит крутить педали 5000 километров. Серьезный аппарат. Очень дорогой и очень легкий, кстати. Как одной рукой, а ну-ка еще раз. Да, его легко одной рукой поднимать. Он, ну, это как для профессиональной езды, шоссейник, который создан для комфорта такого, быстрый. Слава участвовал во всех этапах велотура и уверен, что пройдет и этот, поскольку цель путешествия благородная. Бывшие беспризорники рассказывают взрослым всего мира, что дети нуждаются в их тепле и заботе. Когда-то этих ребят тоже взяли в семьи, а сегодня они радуются за каждого маленького человечка, который обрел своих родителей благодаря велоэкшену. Люди не только с России, там, с Украины, но и есть и в Штатах, где берут, пишут письма, смотрят нас, читают и говорят, мы брали, приходят письма с детьми, фотографии, то ну, дело идет, дело движется. И тут таких маленьких человечков нужно с этими нарисовать на велосипедах, да, по всему земному шару. Олег – пресс-секретарь велотура. Он будет составлять видеолетопись путешествия. Первые фото перед стартом он уже сделал. Я буду делать видеоотчеты перед каждым городом и фотографировать и снимать. Откуда стартуете? С Байкала. За их спинами уже 10 тысяч километров. Вся Украина, Центральная Россия, Урал, Сибирь. Сейчас они держат путь на Дальний Восток. Им предстоит преодолеть огромную территорию от Байкала до Владивостока. Это уже четвертое лето подряд, когда мы седлаем наших велоконей, с каждым годом все более солидных коней, и продолжаем наше путешествие вокруг земного шара с призывом к усыновлению. Это гимн нашего велотура. Специально к велотуру «Мир без сирот» Андрей Дозин написал песню «Детские глаза». Андрей буквально на днях закончил консерваторию по классу гитара. Времени на репетицию гимна у ребят будет предостаточно. Добираться до Байкала они будут поездом, а когда приедут прямо на старте, прозвучат «Детские глаза». Нам всем надо понять, это та страна, где не будет сирот, где не будет зла. Миллионы детей, брошенных судьбой, мы все вместе спасем, заберем домой, заберем домой. Детские глаза смотрят на тебя, что увидишь ты, для себя скажи. Детские глаза смотрят на тебя, это крик души, ты им помоги. Ну, в Америке вы побываете? Да, в следующем году. Серьезно? Да. Через океан будете вплавь? Ну, может и вплавь, может так, не знаю, как получится. В следующем году пилигримовцы планируют продолжить убеждать мир, что в нем не должно быть сирот. Следующий этап велотура они хотят начать с Аляски и крутить педали до Мексики. Надежда Сухорукова, Александр Нурбердиев, программа «События недели».